Да, второй забег, основной забег на 200 метров мужчин. Победителя первого мы знаем, да, там был Павел Маслак, 20.96. Запоминайте этот результат, потому что, хотя наверняка во втором забеге, обратите внимание, на пятую дорожку Амир Веб бежит. Этот спортсмен в этом году показывает просто блестящие результаты. «19.85» он пробежал 200 метров, «9.94» 100 метров. В общем, какой-то прорыв у этого парня. Ну и от него все ожидают очень высоких достижений. Еще раз скажу, пятая дорожка, Амир Веб. По второй дорожке, да, я еще раз скажу, что первая дорожка нерабочая. Кэрол Залевский из Польши. Биджей Ли, который, помните, вот он на ваших экранах, не стал стартовать второй раз в беге на 100 метров, а решил, что я побегу сегодня еще 200. Этого достаточно, и мне кажется, это правильное решение. Ричард Килти мог поступить точно так же. Дэниел Телбот, представитель Великобритании, стартует по четвертой дорожке. Тамир Веб, про которого я вам говорила, которого я хвалила сильно, стартует вот по пятой дорожке. Представитель Соединенных Штатов Америки, еще раз скажу, 19.85 пробежал он в этом году и 9.94 в Риме пробежал 100 метров. Ну, причем в Риме он настигал Гатлина, Гатлин постоянно, ну, как бы обыгрывал всех с большим преимуществом, а здесь было... Алекс Вилсон показывает, что ему очень холодно, хотя он тоже бежал у нас 100 метров. Ну и мог уже согреться два раза, да. И Альдемир Гомес да Силва, представитель Бразилии, будет стартовать по седьмой дорожке. Ну а мы держим в уме результат Павла Маслака 20.86 или 96, Сергей, я уже забыла. 96. 96. Это победитель забега Б. Все внимание к пятой дорожке. Амир Веб, единственный из всех этих участников, имеющий результат из 20 секунд. Тем более, что в этом году никто даже близко не приближался. Так что, я думаю, этот парень сейчас выиграет без труда. Но, правда, результат может быть не такой блестящий, потому что все-таки не так тепло в Люцерне. Алекс Вилсон нам это показал, что ему холодно. Хотя он представляет Швейцарию и мог бы к такой погоде уже привыкнуть. Итак, Залевский вторая дорожка, Ли третья, Телбот четвертая, Веб пятая, Вилсон шестая и Гомес да Силва седьмая. Амир Веб не так быстро начал, как я думала. Да. Не видно какого-то особого. Вот сейчас только, по-моему, он выходит. Биджей, смотрите, вперед, что творит Биджей Ли. Даже не выходит он. Биджей Ли-то что творит? И выигрывает 20.66. Ну а где наш хваленый Амир Веб? Вообще удивительно, конечно. И бег-то... Бег никакой.